на мой взгляд, всем странам Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем в плане интеграции на пространстве этих государств. Кстати говоря, и Кыргызстан, там есть свои сложности, связанные прежде всего с взаимоотношениями с Казахстаном, с Россией, в области фитосанитарных норм. Вот в чем дело. А в целом объемы продаж киргизских товаров на рынке стран Евразийского союза увеличиваются. Так же, как увеличиваются подчас очень сильно, я сейчас там не буду приводить конкретные отрасли, но там в разы даже, проценты очень большие, увеличение, скажем, продаж белорусских товаров на российском рынке. Поэтому в целом это чрезвычайно важный и нужный, и полезный процесс для всех стран-участниц этого союза. По сельскому хозяйству действительно есть проблема, связанная с необходимостью соблюдения фитосанитарных норм. И есть пока нерешенные вопросы с организацией этой работы в Кыргызстане. Мы со своей стороны оказываем помощь нашим друзьям в Кыргызстане для того, чтобы они создали современную систему фитосанитарного надзора. Мы рассчитываем на то, что и казахстанские наши партнеры, друзья, тоже окажут Кыргызстану необходимую помощь, поддержку, в том числе и финансовую, административную, профессиональную, для того, чтобы и в Кыргызстане была создана такая же система фитосанитарного надзора, с тем, чтобы на наши рынки не поступало непроверенной продукции или опасной для употребления. Там есть дискуссии на этот вопрос, по этому вопросу, но есть и способы решения, причем сделать это можно достаточно быстро.